Здравствуйте, меня зовут Ирина Бьерна, и я создатель программы «Молодильные яблоки». В русских сказках говорится о том, что если вы найдете корзинку с молодильными яблоками и будете есть их каждый день, то вы обязательно помолодеете. Мои молодильные яблоки собраны в специальную программу, которая называется «Молодильные яблоки». Их 7 яблок, это 7 модулей моей программы. Вы можете купить отдельный модуль или всю программу, это как вы хотите. И каждая программа рассчитана на то, что если вы ее делаете 14 дней подряд, каждый день, если вы один день не делаете, начинаете все снова, то я вам даю гарантию того, что вы заметите, произошли какие-то положительные изменения. Я не знаю, какие. Может быть, будет больше энергии. Может, вам захочется сделать что-то новое. Может быть, вы начнете улыбаться. Может быть, заметили кто-то вокруг и сказал, что-то с тобой случилось. Я не знаю, что, но ты выглядишь очень хорошо. Но я знаю точно. Люди, которые прошли через эту программу, они чувствуют себя отлично, молодыми, красивыми. И теперь ваша очередь. Покупайте программы, начинайте их делать и наслаждайтесь результатами, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь тем, что молодость дает возможности прожить жизнь опять и выполнить все ваши желания. А сейчас я расскажу, из чего состоит наша программа. Она имеет 7 модулей, и первый модуль, это называется «Жизнь без морщин». Второй модуль – «Диета на омоложение». Третий модуль – «Тело без болезней». Четвертый модуль – «Здоровые глаза», очень важный модуль. Пятый модуль – «Здоровый секс, здоровая психика». Мы поговорим, что такое здоровая семейная жизнь. Шестой модуль – «Хорошая память и как ее укрепить». И, наконец, седьмой модуль – «Спокойной ночи, как хорошо спать». Каждый модуль состоит из 3-4-5 программ. Модули разные, разной длины. Я выбрала наиболее эффективные методы. Вы не думаете, что иногда вы покупаете, например, курс, который 1 час. Может быть, это там информации 5 минут в этом часе. В моих фильмах каждая минута дается информация. Каждую минуту мы выполняем упражнения. Каждую минуту происходят какие-то изменения. Поэтому тут не длительность, а качество. Встретимся в программе «Молодильные яблоки». Что же значит «молодильные яблоки»? Я – ясность, Б – богатство нашей жизни, Л – любовь, О – омоложение, К – качество, конечно, и И – прекрасные результаты. Яблоки, молодильные яблоки, программа Ирины Бьерны. До свидания.